Друзья, привет! С вами компания Руфер. Нахожусь на очередном из наших объектов и хочу вам показать вот такую вот достаточно простую, но функциональную деталь. Что здесь у нас? Здесь у нас установлен, собственно, капельник конденсата. Далее уложена диффузионная мембрана. Контурбус, уплотнительная лента, ну и, соответственно, пленка у нас клеится непосредственно на капельник конденсата. Далее сюда уже подводится отделочный материал, монтируется лобовая доска. Поэтому капельник делается здесь зазором с отступом. Здесь установили вот такую вот планку металлическую, ее изготовили из перфорированного листового металла, окрашенного, согнули на листогибе, и получилась у нас вот такая вот готовая деталь. Какая ее функция? В подкройленное пространство у нас должен заходить воздух, поэтому вот эта вот часть карниза, она должна остаться открытой, но мы должны защитить пространство от попадания какого-либо мусора, ну и также в том числе птиц. Иначе птицы, попав в откроенное пространство, могут вить гнезда, ну и, соответственно, разрушать пленку, утеплитель и какие-то еще делать неприятные вещи, которые негативно скажутся на эксплуатацию крыши. Собственно, функционал понятен, но наиболее оптимально делать ее из листового металла. Смотрится красиво, надежно и прослужит долговечно. Есть также вариант оформления карнизного свеса, это ленты ПВХ, но многие коллеги знают минус данного изделия, как его не растяни, как, собственно, его не смонтируй. Со временем здесь начинаются волны, ее волнит, она имеет очень большое линейное расширение, сейчас мороз, но все равно у нее есть эластичность. И у нас вот в этом месте образуются щели. Ну и помимо всего смотрится, когда вы смотрите, да, на свес, у вас ее начинает топорщить. Вот здесь вот пленка начинает выходить. Выглядит это не очень эстетично. Что не происходит непосредственно у нас с такой вот планкой, перфорированной, изготовленной из металла. Поэтому, на наш взгляд, вот это вот самое оптимальное решение для обеспечивания защиты подкройного пространства и для обеспечения захода туда воздуха. Вот такое вот у нас решение. Всем пока, до скорых встреч!